ноября, когда турецкие военнослужащие, участвующие в операции «Щит Евфрата», были подвергнуты бомбардировке с воздуха. Этот вопрос обсуждался сразу после этого инцидента между нашими представителями на самых разных уровнях. И есть общее понимание, что мы не имеем к этому, Россия, по крайней мере, не имеет к этому никакого отношения, как не имеет к этому отношения и Сирийская Арабская Республика, ее военно-воздушные силы. Но, безусловно, для того, чтобы мы все сконцентрировались на заявленных задачах, а именно на борьбе с террористами, нам нужно продолжать налаживать координацию. У нас есть координация с целью избежания непреднамеренных инцидентов с коалицией, которую возглавляют Соединенные Штаты, частью которой является Турция. Так что думаю, что и по этим каналам нужно проверить, кто летал и кто не летал.